41 день остался до самой волшебной ночи в году. В преддверии самых главных зимних праздников к чудесам отношение какое-то особенное. И участники реалити-шоу «Мой бизнес» подготовили интересный проект. Вы заинтригованы? Подробности прямо сейчас. У нас в гостях участники третьего сезона образовательного проекта «Мой бизнес» на ОНТ, семейный проект «Фокси» из Витебска. Максим Малаховский и Надежда Евдокименко. Доброе утро, друзья. Доброе. Здравствуйте. Максим, Надежда, вы покорили ментора проекта, представителя Белгазпромбанка Татьяну Авраменко, именно своим отношением к делу, да, и своей идеей. Вот поделитесь, как вам пришлось в голову делать бизнес на вот таких вот прекрасных домиках? Ну, мы много времени проводим со своей дочерью и обратили внимание, что она любит обустраивать жилье для своих кукол из коробочек, из всех подручных материалов. И мы решили вместе с ней нарисовать проект будущего домика, а потом воплотить его в жизнь. А как появилась идея конкурса на лучший новогодний домик? У нас в стране очень много детей, которые любят и умеют рисовать. И мы решили показать их работы как можно большему количеству людей. Для этого мы их разместим в социальных сетях. Вот. И так возникла идея конкурса. Это домик из дерева? Это домик из дерева, да. Все натуральное. Что еще необходимо сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Есть какие-то особенности, ограничения? Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо нарисовать самый-самый лучший, самый-самый красивый домик, оформить его в новогоднем стиле и прислать этот рисунок, фотографию этого рисунка, на электронный адрес ont@foxybuy. Быть зарегистрированным в социальных сетях ВКонтакте, подписанным на нашу страничку «Кукольные домики Фокси», где в отдельном альбоме все приславшие свои работы для участия в конкурсе смогут проголосовать за них и тем самым выбрать лучшую работу. Прекрасно. Послушайте, ну для любого ребенка, да, для любого художника, по-моему, его ребята, работа самая лучшая, его домик, самый лучший домик. Кто же будет выбирать? Вот, поэтому каждый из белорусов, каждый из желающих, любой желающих может проголосовать за понравившуюся работу. А итоги мы подведем подсчетом большего количества лайков. То есть жюри народное. Жюри это народное. Хорошо, это но хорошо. Ограничение по возрасту есть для участников какое-то, нет? Саш, ты хочешь поучаствовать? Ну, я бы поучаствовал с удовольствием. Конечно, из меня художник никакой, но тем не менее, было бы интересно. Конечно же, домики детские. И многие из детей, точнее все, наверное, из детей, когда играют таким домиком, представляют, что это его домик, его маленький большой мир. Этот конкурс мы хотим посвятить детям. Тем, кто хочет посвятить себя своему маленькому дому, будущему дому. А в награду мы преподнесем победителю этого конкурса кукольный домик от Фокси. Что вас привело в проект «Мой бизнес»? В какой-то момент, когда наше небольшое хобби переросло в настоящий бизнес, у нас появились трудности. Мы хотели, чтобы на нас посмотрели со стороны и дали советы, которые помогли бы нам расти и развиваться дальше. С этими мыслями пришли на проект «Мой бизнес». Кстати, ну, судя по тому, Надежда, как вы держите свою супругу за руку, я абсолютно уверена, что у вас все получится. Да. Ну что ж, наши маленькие зрители, берем сейчас в оборот ваших мам и пап, садим за стол, заставляем помочь вам, чтобы соорудить, вот нарисовать домики, чтобы они помогли вам отправить на адрес. Еще раз давайте озвучим, на какой электронный адрес нужно отправить эти заявки. ont@foxybuy. Прекрасно. Я напомню, что у нас в гостях были участники третьего сезона образовательного проекта «Мой бизнес» на ОНТ, семейный проект «Фокси» из Витебска, Максим Малаховский и Надежда Евдокименко, которые покорили ментора от Белгазпромбанка Татьяну Авраменко целеустремленностью, очаровательными кукольными домиками оригинального дизайна и, конечно же, своим отношением к бизнесу. Это был наш очередной гостевой эпизод. Не переключайтесь, далее еще много интересного.